Так, здравствуйте. Сейчас придется мне снять планшетом. Не очень картинка. Сейчас неудобно снимать телефоном. Вот такая вот сгущенка с крышечкой, с ключом открывать. Главпродукт, люкс. Состав, по-моему, хороший. Цельное молоко, сахар, все. Но она жидкая. Она, вот посмотрите. Она сильно жидкая. Ну, по сравнению с чем? По сравнению с белорусской. Вот это Рогачев, возьмите вот эту и эту. Здесь вот медали. Качество такое поганое. Камеры-то, блин, планшеты. Ужас по сравнению с телефоном. На вкус так себе, средняя и очень жидкая. Стоит прилично, там рублей 70-80, но просто жидкая и вкус так себе. Ну, в общем-то, все. До свидания.